Работа над тем, чтобы открыть почетное консульство здесь, она, в общем-то, велась порядка полутора лет, начиная с поиска кандидатуры, с моей первой поездки в Витебскую область и Витебск. Но, к сожалению, мы мало друг друга знаем именно регионально с точки зрения разноса юг, север наших стран. И я думаю, что как раз почетное, открытие почетного консульства здесь, оно и будет именно сприяты, да, давать возможности всем узнавать лучше Витебщину в нашем регионе. Я люблю Беларусь и всячески буду сопутствовать экономическому ее развитию. И я думаю, что и мы большой вклад внесем, я имею в виду Витебскую область. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.